Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 10-й урок из цикла «Музыкальная гармония». И сегодня мы с вами поговорим о функциональных заменах внутри существующей гармонии. Что такое функциональные замены? Функциональные замены, когда происходит не видоизменение того или иного аккорда, выражающего конкретную функцию, тонику или доминанту, а когда внутри аккорда, внутри гармонии одна функция меняется на другую в том же месте времени. Это часто используется, и в этом есть определенный смысл, потому что появляются определенные краски, но все равно нужно понимать принципы, почему эти функциональные замены происходят и как это можно использовать. Ну, начнем мы с простого примера. В одном из первых уроков мы с вами разбирали самую традиционную джазовую гармоническую последовательность 1, 6, 2, 5. Я вам говорил, что 1 — это первая ступень, на которой расположена мажорная тоника, в нашем случае до мажор. Потом 6 — это шестая ступень, на ней расположена минорная тоника, то есть одна тоника превратилась в другую. 2 — это субдоминанта второй ступени, которая, соответственно, разрешилась в доминанту пятой ступени. Хотите, посмотрите за руками. Вот я сейчас это сыграю обычными септаккордами в широком виде. Я играю 4 звука. Первая, седьмая, третья, пятая. И также везде. Вот. Дальше я сделаю две очень несложных вещи. Третий аккорд, который у нас был ре минором, я превращу в доминант септаккорд. Вот в этот. Смотрите, как было. Минорный аккорд субдоминанта. Доминанта. Теперь меняю. Шестая ступень минорный аккорд. И уже. Так минор доминанта. Или характер изменился, и изменилась функция. Ре мажор превратился из субдоминанты в доминанту. Доминанта, которая разрешается в следующий аккорд, в соль. То есть ре мажор становится доминантой, не доминантой, а двойной доминантой, второй доминантой, как бы доминанта к доминанте. И разрешается в тонику. То же самое можно сделать и с аккордом ля. В первом случае в базовой гармонии у нас был минорным аккордом. Мы можем его превратить в мажорный аккорд, в доминант септаккорд. И он станет доминантой к следующему аккорду. Соответственно, ре мажор станет доминантой к следующему аккорду. И наш функциональный блок, который выглядел так: тоника, минорная тоника, субдоминанта второй ступени, доминанта, превращается в тоника, тройная доминанта, двойная доминанта, доминанта, тоника. Вот такие замены могут происходить. Раз мы заменяем доминанты, то это нам дает возможность очень богато эти доминанты обыгрывать. Как известно, доминант две. Доминанта группы миксолидийского лада, доминанта группы альтерированного доминанта септаккорда. Доминанта миксолидийского лада стремится в мажорную тонику, доминанта альтерированного доминанта септаккорда стремится в тонику минорную. Но логика, какие же промежуточные тоники и какая же должна быть доминанта, альтерированная либо обычная, они уже заложены вот в базовом, в самой главной последовательности. Если третий аккорд у нас в основной тональности все-таки был минорным, и де-факто он у нас становится промежуточной минорной тоникой, то перед ней должна, конечно, стоять альтерированная доминанта. То есть аккорд ля-мажор, который стоит на втором месте, становится у нас альтерированным доминантным септаккордом. И вот он разрешается в минор. Потому что если мы сыграем обычный, как бы обычную доминанту миксолидийскую, мы тоже можем разрешиться в минор.
Но все-таки логичнее будет, если это будет литерированная доминанта. И вот она разрешается минор. Джазмен это знает, поэтому может использовать и одну доминанту, и вторую. Ну, смотрите. Сначала просто миксолидийская доминанта, а потом альтерированная. И вот мы вышли в минор, во вторую ступень, которая в данном случае является промежуточной тоникой. Двигаемся дальше. Но мы не оставляем это аккорд минорным. Как мы помним, мы тоже делаем из него доминанту, потому что она у нас дальше двигается уже в доминанту пятой ступени. То есть ре мажор является доминантой для соль мажора следующего аккорда. Соль мажор в основной гармонической сетке был аккордом мажорным. Значит, и промежуточная тоника соль будет мажорная. Поэтому ре мажор уже не очень уместно будет выражать в виде альтерированного доминанта септаккорда. Все-таки лучше его сделать таким обычным миксолидийским. Ну, посмотрите. До, дальше. Ля у нас доминанта может быть и одна, и вторая. И вот она вышла в ре мажор, который обычно стал миксолидийским. Соль. Разрешились до. Теперь я сыграю ре мажор альтерированным. И вы поймете, что существует какая-то нелогичность. Итак, до мажор тоника. Ля разные доминанты, миксолидийская, альтерированная. Альтерированный ре мажор не очень удачный лег, потому что логика есть, потому что промежуточная тоника, в которой он движется, в базовой гармонической последовательности была мажорная. Значит, альтерированная доминанта ре не очень к этому подходит. Ну, то есть вот вы увидели, как можно интересно эту последовательность 1, 6, 2, 5 преобразовать. Тоника. Доминанта. Что можно с этим сделать? Смотрите. Шестая ступень у нас представлена в виде доминанты. Это у нас третья доминанта, которая сейчас разрешится в ре мажор. Она возникла из тоники сразу, и одна функция субдоминантовой была пропущена. Мы ее можем добавить. Мы ее можем добавить, и тем самым гармония расширится еще больше. Если это доминанта, пятая ступень, значит, тоника ре, она в нее стремится, значит, субдоминанта будет ми нота, вторая ступень. И вот этот минорный аккорд мы можем добавить перед ней. Что получится? Тоника. Добавлена нами субдоминанта. Доминанта. Да? Соль доминанта. И мы разрешились. То есть, зная, какая функция, мы можем всегда какой-то аккорд добавить и тем самым гармонию разнообразить. Зная, что у нас это доминанта ля альтерированная, значит, мы можем добавить уже не минорный аккорд субдоминанта, а полууменьшенный. Да? Потому что мы тоже знаем, что существует такой блок. Полууменьшенный септаккорд, альтерированный доминант, минорная тоника. Что получится? Вот полуменьшенный аккорд, вот альтерированная доминанта. Вот мы разрешаемся, сразу превращаем его в доминанту второй ступени, сразу в доминанту пятой ступени. Даже ее мы можем сделать альтерированной. И разрешиться уже в мажор. Вот много таких навыков, и они все вылезают из просто понимания функциональных блоков, которые есть и которых на самом деле не очень много. Сейчас я вам еще приведу несколько примеров, а куда же вообще в принципе может разрешаться альтерированная доминанта, то есть какое разнообразие есть форм. Ну вот представьте себе, мы берем альтерированную доминанту, соль, вот она у нас, мы ее уже выучили, третья плюс пятая минус седьмая плюс девятая ступень. По логике, первое, куда она разрешается, это в минор.
до-минор. Или она разрешается в мажор. То есть вот так вот неожиданно, как бы играя одну доминанту, мы можем разрешиться в разные тональности. Если мы разрешаемся в минор, то мы остаемся в ми-бемоле. А если мы разрешаемся в до, то мы уходим в тональность до-мажора. У до-мажора есть своя соседка минорная тоника. Значит, ля, то есть соль альтерированный, может разрешиться в ля. Смотрите, то есть это уже третий вид разрешения. Ля, минорный аккорд, значит, он может быть субдоминантом. А раз он субдоминанта, например, второй ступени, то у него есть его родственник, субдоминанта седьмой ступени, полууменьшенный аккорд, вот он, фа диез. Значит, соль альтерированный может разрешиться и фа диез полууменьшенный. А у до минора, куда мы тоже разрешались, если мы представим, что это субдоминанта второй ступени, то у нее есть ее родственница субдоминанта седьмой ступени, в данном случае ля, значит, соль альтерированный может разрешаться и в ля полууменьшенный. И тоже все это красиво. А если альтерированный доминант разрешается в до, это минорная тоника, а мажорная тоника ми-бемоль, значит, альтерированный соль аккорд может разрешаться и в ми-бемоль мейдж. Представляете, сколько вариантов? Ну, давайте я сейчас сыграю их все. Представляете, какое богатство. Но функциональные блоки не меняются. Доминанта разрешается в какую-то тонику, и в зависимости от того, чем эта тоника в следующем блоке является, она может сразу поменять функцию, поменять аккорд на близкую функцию, соответственно, поменять аккорд. Вот такие вещи надо вам попытаться разобраться и, может быть, даже выписать какие-то интересные гармонические закономерности, чтобы потом проще разбирать музыку других композиторов, ну или писать или аранжировать свою собственную. Спасибо. На этом наш урок сегодня закончен.